В общем, друзья, тут такое дело, только, ну, строго между нами договорились. Сразу говорю, что, и с вами я могу поделиться. Вот, ну, только с вами. Я надеюсь, вы поставили уже лайки. Я пожелаю всем приятного аппетита, кто кушает. Всем, кто смотрит, естественно, приятного просмотра. Готовы, да? Я долго думал, но я не могу уже. Просто, в общем, смотрите. Сейчас... Не видно, да? Согласен. Сейчас. Ебучий фокус, блядь. Нахуй такую дорогую камеру покупал, которая не фокусируется-то, блядь. Короче, сейчас 19 ноября 22.31. Пятница. Привет из прошлого, получается. Серия-то выходит в воскресенье. Правильно? Ой. Подожди, в субботу же она выходит. Бля. Я почему-то думал, что я сейчас записывал серию на среду, а ведь я ее только что выложил поздно в пятницу. Очень интересная информация. Ну, в смысле, блять, я, короче, хотел шуткануть, ну, типа, то, что я в пятницу записываю серию до воскресенья, а стрим прошел, получается, а он, а я не знаю, он прошел или не прошел. Блять, все испортил. Че, заново, что ли? Че заново? Здороваться? Давай заново лучше. Давай заново, давай. Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием GTA 3 Definitive Edition. И, конечно же, друзья, перед тем, как эта серия начнется, хочу пожелать каждому, кто кушает, приятнейшего аппетита, каждому, кто смотрит, приятнейшего просмотра, и мы продолжаем наш спидраниус. Как бы это, как бы вот так вот, ох, какие лужи-то, ой, какие лужи, ой, как не могу насладиться этим новым видом старой доброй игры. В общем, значит, я записываю эту серию, собственно говоря, после записи предыдущей, которая вышла поздно в пятницу, потому что я немножко задержался, и вот как бы я наверстываю упущенное, скорее всего, сегодня стримчанский либо был, либо будет. По Форзе, естественно, скорее всего, будет. Но это не точно, и, короче, я пока не знаю. В общем, продолжаем проходить. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Итак, туалетный воин. К нему мы возвращаемся. Ну чё, пацаны, на бушке? Задавай нет, пацаны! Хорошо, блядь. Ну все, я перешел дорогу серьезным людям, и я пиздец. Я так понял, что ЦРУ имеет долю от продаж спанка. Им не понравилось, что мы мешали картелю, блядь. Я ведь на бушке, мне нужно быстрее сваливать, блядь. Отвези меня в аэропорт, а мы рейс. Я хорошо заплачу тебе, хорошо заплачу. Поверь мне на слово. Блять, время. Подожди, я хотел опять... Вот, знаете, когда миссии на время, это в плюс мне, потому что я же люблю много пиздеть, что-то, вот какие-то рассказы, какие-то истории, вот это вот. И вот это вот меня сдерживает. Вот чем больше таймеров в игре, тем я спокойнее себя веду. Вот гениальное просто. В общем, что я хотел сказать-то? Я не знаю, набралось ли 20 тысяч лайков, я уж очень надеюсь, что набралось на предыдущей серии, которая вышла вчера. А я, собственно говоря, сказал, что если наберется 20 тысяч лайков, то я проверю тот самый баг широкой машины. Как бы, опять же, это странно не звучало, но так оно и есть. Вот, поэтому, если оно набралось, то в ближайшем будущем мы это проверим. Просто проблема в том, что мне нужна миссия, где со мной сядет кто-то рядом, ну, типа, из NPC. И не будет времени, то есть мне не нужен таймер, который вот так вот пикает, как бы, и мешает. То есть мне вот... Подожди, а что... А, то есть, гениально, блядь, подожди, что, серьезно? Подожди, то есть здесь он рисует правильный маршрут, а здесь он рисует... А, теперь правильный тоже, он просто изначально мне начал рисовать другой маршрут, не через тоннель, а через мост, судя по всему, ну ладно. В общем, друзья, я думаю, что 20 тысяч лайков набралось, и поэтому мы как бы в любом случае проверим этот баг, возможно, просто в конце игры... Как бы дополнительной, так скажем, серии, может быть, да, после того, как я закончу полностью все проходить. Начнем игру заново, потому что там эта миссия, когда садится, собственно говоря, начальная эта миссия, когда там ее надо подвести, это самый простой способ. И мы, собственно говоря, обязательно проверим это. Вот, обязательно проверим. Ну, потому что, блядь, это интересно. Оказывается, этому багу 20 лет. Этот баг, конечно, не старше меня, помладше будет, но, блядь, все равно обидно как-то получается, что о нем узнал только спустя 20 лет. Я должен, как бы, все расставить точки над «и», и, собственно говоря, все это мы дело проверим. Так, это, по-моему, та самая миссия. Я молчу, опять же, я молчу до последнего, не спойлерю ничего. Но, кажись, я понимаю, в чем дело. Кажись, я понимаю, в чем дело, и сейчас будет не очень приятненько, но это только пока что вот по моим ощущениям, потому что вот эти миссии с третьим городком, они плюс-минус все на самом деле похожи, там везде происходит пиздец. Как только открывается третий городок, все, как бы, пиши пропало, блядь. Можно через СМС, можно через ММС, можно через iMessage, как бы, там уже на свое усмотрение. Так, значит, сейчас аккуратненько, я пока тут шахматил, уже тачку разбил. Блядь, это оно или не оно? Просто, по-моему, это оно. Если это оно, то сейчас очень плохо, что у меня тачка разъебана, блядь, или это не оно? Это оно, по-моему, или нет? Да-да-да-да, тихо-тихо-тихо-тихо, блядь, машине пизда уже. Подожди, или это не оно? Это не оно или оно? Блядь, мне нужно сейчас, по-моему, менять будет машину, так я его привез. Вот тебе ключ от тайника!
Я на черный день припрятал наличные и кое-что еще, блядь. Увидимся, короче, нахуй. Все, я побежал. Так, там еще банша стоит. Подожди, мне нужно пересесть в другую машину, потому что, ну, типа, в этом городе, как и в других, в принципе, меня не любят, и это очень плохо. Так, отправляйтесь к тайнику, заберите вещички Рея. Бля, я причем не помню, кстати, а что там будет за наеб? Я реально не помню, подожди, там же сейчас какая-то фишка будет, блядь, или... Подожди, это она, это эта миссия или не эта миссия? Просто так, подожди, сейчас очень важно, я все-таки сменил машину, потому что я как бы аккуратный пацанчик. Будет ли какая-то подстава сейчас, или это другая миссия? А, подожди, это другая миссия. Или это... Подожди, вот это вот, блядь. Или это она? Подожди, это ее так облегчили, что ли? Это когда я хер могу выбраться из третьего города, меня везде на въезде, на выезде встретят. Это, по-моему, другая. Это другая миссия, я перепутал. Я, походу, конкретно попутал, пацаны. Я, походу, реально конкретно попутал. Это не оно. Бля, или оно? Бля, я не помню. Ладно, все, все, не спойлерю. Я как будто прохожу первый раз. Как будто до этого все, мое подсознание стерлось. Хотя с моим склерозом, в принципе, так оно и происходит со всеми вещами. Поэтому я о каких-то новостях узнаю как будто впервые. На самом деле все это уже слышал, все это видел, все это пробовал, все это знаю. Все это уже как бы все изучено до дыр, как говорится. Так, и что, подожди, тайник Рэя, блин, там какая-то подстава должна быть, по-моему, нет? Ну, учитывая, что это GTA 3... Нет, учитывая, что это GTA, здесь, в принципе, не может быть без подстав. Подожди, а что там будет? Или все-таки все... Или все мягенько, подожди. Возьми мой пуленепробиваемый патриот. Увидимся в Майами, Рэй. Че, серьезно, что ли? Подожди. А, да ну нахер, подожди, а почему? Это я попутал, походу? Я попутал конкретно, прикинь, я думал, что это другая миссия, это эта миссия. Это когда у меня патриот оставляет, точно, я совсем про это забыл, а что за фигня-то, что у меня с памятью? Пиздец, у меня ни оперативки, ничего не хватает, походу, бля, в последнее время. Но это уже все, это уже надо, это уже как-то, блядь, надо с этим разбираться, серьезно. Это уже не дело. Вообще, конечно, в идеале этот патриот сохранить в гараже. С другой стороны, на кой хер он мне сдался? Не, ну он как бы крутой, реально, он пуленепробиваемый, как бы реально пиздатый, он такой один. Ну ладно, так, как попрет, как говорится. Если получится мне сделать так, что он у меня будет жить, то он будет жить. Если не получится, то не получится. Так, значит, мы приехали к Асуке, которая теперь... Собственно говоря, в приоритете у нас, типа, обладает... Чё, обладает? Да, обладает настройки. Чё, пацан, наживка? А, это всё ещё живое же, блядь. Так. Мегеру кажется, что я с ним поступаю несправедливо. Однако он рассказал мне, что Каталина жутко боится твоей мести. Она послала в город 3 группы убийц, чтобы они выследили и прикончили тебя. Тебе придется побыть наживкой и постараться заманить их в Пайк Крик. Где буду ждать мои люди? Это та, это, вот это я знаю, это я помню. Прям вот, это, как будто сейчас проходил. Это я помню вот прям вот, как 3 пальца обоссать, блядь. Так, подожди, это значит, получается, я сейчас беру машину. Например, патриот, вполне себе. Так, беру патриот. Так, после этого я открываю карту, по-моему, в 3-м городке. Да-да-да-да-да, точно. Ну это изи. Единственное, здесь сложно то, что ты как бы тратишь... Да тихо, блядь. Тратишь достаточно много времени на то, чтобы переехать, например, вот сюда... Так, подожди, это первый, да, здесь находится? Можно метку поставить? А то есть вообще игре похуй, да? Блять, нахуя добавлять навигатор, который, блядь, нихуя не навигейтит, блядь? Ну он, типа, вообще не работает, блядь. Нормально вообще? Кривой, блядь, какой-то навигатор. Так, ладно, сейчас со своим ходом попробую разобраться, как попасть мне сейчас отсюда. Блять, как же сложно устроена эта карта, блядь. Сейчас, подожди, этот город меня просто не любит. Так, подожди, это получается здесь, если я съезжаю, заезд, значит, получается так, подожди, вот этот мост. Значит, я там мог съехать, получается... Так вот все просто, блядь. Вот я туплю, блядь. Когда я туплю, это плохо. Так, все, сейчас быстренько разберемся, это вообще не проблема. Бля, по-моему, было проще взять какой-нибудь читак, блядь. Нахуй мне этот бронированный гелик, блядь, если. Ну, в смысле, не гелик, а хаммер. Если я мог поступить проще, взять что-то побыстрее. Хотя, к слову, этот патриот едет неплохо, на самом деле. Он мог ехать и хуже, но он едет хорошо, поэтому все хорошо. Так, значит, это просто сейчас действительно я буду на... Сань, ну ты немножко успокойся, ты, ну, если не можешь быстро говорить, говори медленно. Тебя же все прекрасно понимают, зачем вот это вот, вот языком-то чесать? Языком чесать надо в другом месте, перед сном, да. А так надо потихонечку, аккуратненько, как бы разговариваешь и все. Так, значит, первый стоит здесь. Здравствуйте. Бля, интересно, каким образом он понял, что именно на этой тачке? Ну, типа, реально, ну, то есть он как бы меня увидел, хорошо, они меня там ждали, все хорошо, это все замечательно, но, типа, каким образом он понял, что я еду в этом патриоте? Вот эта рентгеновская хуйня меня реально напрягает в этой игре, то есть, типа, ты вроде не палишься, а тебя везде видно, то есть тебя там через стекла проглядывают, как бы видят, вычисляют, это как бы действительно как-то очень странно. Так, я заезжаю сюда,
Это изи, здрасте, принимайте. Опа, а чё, нормально там, они примут же? Миско началось. Началось миско, судя по выстрелам, там прям конкретное миско, блядь. Так, первого заманили, точнее, первую тачку, в которой четыре этих самых. Так, значит, теперь, кто там ближе всех, я не знаю, вот. В принципе, тут без разницы. Городок третий, конечно, он такой маленький, конечно. Вот этот райончик мне напоминает мафию, я не знаю почему. Причем я не могу сказать, первый или второй. Нихуя он, блядь, рулит. Первую или вторую, в любом случае, вот почему-то вот эти домики, особенно, да, вот финальная миссия, которая будет здесь поблизости, она напоминает мне прям реально мафию. Я, блядь, не знаю почему, может, я один такой. Так, ну-ка, поехали, блядь, заманушка, заварушка. Ну-ка. Почему они на красном сентинеле, кстати, все? Хм, совпадение. Какое-то, как-то, значит, разработчики, блядь, BMW недолюбливают. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но, блядь, это странно. Как-то вот они недолюбили, что именно здесь три BMW будут расстреляны. Ну, что за хуйня, я не понимаю. Совпадение? Я не думаю, что какое-то совпадение. Так, ну-ка, быстренько. Бля, проехал, что ли? А, нет, заезд здесь, нормально все. По-моему, я не самым быстрым маршрутом сюда добрался, но это, в принципе, не важно. Ну, давай, быстрее уже сюда заезжай. Так, все, подстава номер два. Немножко, они, конечно, тут это, немножко не в том месте разобрались, немножко помешали мне к трамплину там это самое, ну, нормально. Бля, ну, гениально, да, было придумать такую миссию? Ну, типа, реально, блядь. Опа, это опасно. Сейчас, по-моему, от моего патриота ничего не останется. Не, нормально, пока на ходу. Типа. Найти чуваков, заманить их хер пойми куда, а там с ними разберутся якузы, бля. И это просто 5 баллов, нахуй. Бля, почему я поехал по этой дороге? Я тут не могу проехать. Мне вообще кажется, что в этом районе, вот здесь, вот в районе, вот это, как я называю, мафии, я здесь бываю только один раз во время игры. Это когда финальная миссия. В других случаях ты здесь вообще никогда не катаешься и не проезжаешь. Но я ошибался, потому что я не туда поехал. Так, подожди, это не получается сейчас проще. Подожди, а там что еще про... А что тут... А куда дорогу-то ведет? Подожди, что? А, закрыт же. Да, закрыт. Четвертый город еще не открывается. Ну, еще миссии пока не создали за 20 лет. Потом, говорят, там обновление выйдет. Нормально, четвертый городок откроется, как бы через тоннель можно будет в него проехать. Так, ну, я навернул такой приличный крюк, но, блядь, в этом весь я. Я мог просто по дамбе там, как бы, проехать, быстрее было бы, но... Так, тихо. Главное, чтобы мой патриот... Бля, какой же он, сука, бронирован? Ну, причем бронированный во всех случаях. То есть он, как бы, и таранит реально, и вообще до пизды на все. Так, а что они тут караулят, интересно, около этого тоннеля? Я тута, поехали по дамбе, аккуратненько. Замеры 0-100, 100-200, бля. Ну-ка, БМВ против камеры, стейдж 3, блядь, кто быстрее? Чисто по дамбе наваливаем, нормально? Так, тихо, нормально, хаммер тысяч сильный, блядь, нормально, вывозит, блядь, просто вывозит, красавчик. Тихо, что-то меня подрезает, блядь. А, они их здесь даже встретили, нихуя себе, они даже не успели заехать, а уже, ага, понял. Так, ну, наверное, нормально там, разберутся же? Разобрались. Нет! Патриот! Бронированную хуйню потерял. Ладно, похуй на самом деле, если честно. Вот так и да, я к подаркам отношусь. Так. Доберись до телефона авто... Нормально, блядь? Автомата? Да никакой мне телефон-автомат не нужен. Подожди, а это нормально то, что у меня чувак просто... И мы кое-что... Что кое-что? Возьму такси. Кое-что обсудим, да? Подожди, а красный телефон-автомат? Это вот я, кстати, не помню. Это случайно ли... Не обязательная херня. Я уже понимаю, что я каждый раз так про зеленый думал, про синий, но, по-моему, что-то красный. Подожди, красный автомат, блядь. Нет, по-моему, это тоже допы. Это допы. Зеленый просто во втором городе, синий в первом, а, соответственно, красный в третьем. Так, получается, остается Асука и Дональд, да? Ну, погнали к Асуке, наверное, да? Я думаю, что потихонечку. Нет, все равно. Время теряется. Вот интересно, спидранеры же по-любому проходят игру. Ну, типа, в правильном порядке миссии, чтобы было удобнее там вот это вот доезжать, вот это вот все, как бы, чтобы это было, как бы, проще. А я, как бы, тут, конечно, в этом плане немножко не идеален, назовем это так. Нет, ну, на самом деле, я не планировал никакой спидран, просто во многих случаях это как-то так само автоматически получалось, и я, как бы, тут совершенно ни при чем, просто вот как-то автоматически так вот как-то быстренько проходится, быстрее, чем, по крайней мере, в оригинале. По сериям мы, конечно, не сравним, потому что серии разной продолжительности, как бы нелогично сравнивать. То есть, возможно, я когда там первый раз проходил, серии были там, например, по 40, по 50 минут, здесь вот в среднем они по полчаса, как бы, получаются. Поэтому по количеству серий мы прикинуть не сможем. Но по общему времени, можно будет потом в минутах посчитать, я уверен, что на GTA 3 Definitive Edition 1000000% шло меньше времени. Потому что, как минимум, из-за контрольных точек, из-за фейлов в миссии, которые у меня были, хоть и немного, но были, все равно меня, как бы, сразу телепортируют на начало миссии, и, как бы, от этого проще. Так, что сейчас за миссия-то будет, интересно? Я вот не помню. Мне кажется, у Дональда, в принципе, там осталось что-то последнее, типа, миссии, и все. Наверняка. А вот у Асуки тут уже, как бы, на финал идет все. Так, чё, пацаны? Кофе на вынос? Бля, это та самая, что ли, херня?
Я вот не помню. Мигель, вынослив, как и подобает латиноамериканцу. Я совсем утомилась. Мы недооценили план Каталины по реализации испанки. Он гораздо больше, чем на несколько ярдов продающих испанк на улицах. Картель действует через подставную компанию кофейни Каппы. Спанк продается через сеть уличных ларьков. Есть только один выход — прикрыть все эти точки нахуй. Да снеси их в щепки, блять! Да, причем эта миссия сложная тем, что, по-моему, я вот не помню, подожди, там я помню, как от какой-то миссии я, даже когда перепроходил, уже в миллион раз охренел. Это когда нужно было самому там что-то искать. То есть, типа, тебе дается ориентир, а ты ищешь сам. Или это не она, или она. Вот я помню, что, по-моему, кстати, возможно, что это она. Потому что сейчас мне нужно будет самостоятельно найти все эти ларьки, и как бы это не совсем легкая задача, мягко говоря. Так, разнести все в щепки. Ну, у меня тут случайно, блядь, 25 этих самых. Мне тут подарочек, блядь, сделали. Один из... Да, это она, блядь! За 8 минут я должен каким-то образом найти все, блядь. А вот это, кстати, хуевая тема. Блядь, а как... Подожди, а вообще возможно, типа... Ну, это прям реально хуйня. Потому что, ну, прикиньте, вот реально эту миссию проходить там в 2001 году. А, подожди, ну хорошо, вот сейчас метка появилась. Давай попробуем, потому что я помню, что когда я проходил на этом, и на стриме, и на... просто было прохождение, когда я помню, что я так прям тупил, потому что, ну, типа, это непростая задача, честно говоря. Хуя, блядь, ты что по мне стреляешь, блядь? Проще, конечно, загуглить все это, найти, а вот как это было тогда, в 2001-м, это было сложнее всяко, блядь. Это было сложнее, потому что тут ты как бы, тебе там в последний момент какие-то точки показаны, а... Бля, вот не помню, есть ли смысл сейчас ехать в третий город? Или в третий город лучше ехать напоследок? Ну ладно, потому что там надо еще в первый. Самая залупа — это в первом. Потому что в первом городе там, типа, ну, совсем мясо. Особенно, когда с дробовиками меня пытаются наказать на каждом углу. Это прям вообще, ну реально, прям вот, ну, вот эта миссия, типа, она реально одна из самых сложных, без шуток. То есть, помимо того, что ты должен сам здесь все находить, прям реально сам. Я, наверное, все-таки сейчас открою карту, потому что, блядь, ну это практически Unreal. То есть, да, тут появляется метка, когда ты в какой-то момент приближаешься к кому-то, но, блядь, типа, мне кажется, что в хуевом порядке сейчас поехал по точкам, потому что на самом деле лучше бы я напоследок в третий город сунулся. Если я сейчас еще, блядь, и потеряю время на этом все. Просто, ну, самому бродить, есть, конечно, шанс то, что все получится, но, типа, блядь, такое. Ну, типа, такое, реально. Это прям на это время уходит прям достаточно много. Так, 3 из 9. Наверное, друзья, я сейчас открою карту всех этих самых кофе этих, блядь. Как... в натуре же, блядь. Меня сейчас еще пиздюлить будут на каждом шагу. Я аж про это забыл хуйню. Так, сейчас, одну секунду. Мне нужна дополнительная карта. Ну, вот так всяко проще и безопаснее, потому что, блядь, ну серьезно, типа, это такая миссия с подвохом, что пиздец. Вот я, мне кажется, я же, по-моему, полностью, как бы, тогда, в те года, не проходил GTA 3. То есть я ее полностью прошел, ну, я вот не помню, может быть, даже, кстати, бля, вот не помню, кстати. Вот не помню, честно. И тогда бы я, наверное, в 2001-м бы охуел просто, мягко говоря, от этой миссии. Потому что ты прикинь, сколько раз нужно съездить на разведку по всем городам, чтобы как бы вот так вот проехаться и все собрать. Может быть, я ошибаюсь, может быть, если бы я сейчас катался, у меня бы хватило время, но что-то как-то это очень рискованно, честно говоря, прям рискованно. Так, сюда. Ага, ага, так, ну огнемет мне не нужен, вот так вот аккуратненько, бля, как хорошо, что я подарок забрал, вообще заебись. Так, отсюда мне теперь надо съебывать, потому что здесь всего две точки, я сейчас посмотрел. Блять, да что ж меня все со всех сторон атакуют-то, блять. Так, здесь две, больше всего их в этом самом, в городишке, который, собственно говоря, второй. И так, подожди, я правильно еду на выезд? Блять, куда я еду, ебаный в рот? Или правильно? А, все правильно, 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 я как обычно, блять. Как обычно, я вот только, знаете, что не помню? Я только сейчас об этом задумывался. А там в конце этой миссии надо куда-то приехать, типа, там, какую-то точку? Или все, я разнесу, и все нормально будет? Так, у меня 4 реквидировано, их всего, по-моему, 9, что ли, или что-то такое. Короче, еще несколько осталось в этом. Бля, надо было сразу карту открывать, раз уж что-то пошло. Я сейчас опять же забуду, где я уже бывал. Так, значит, получается, здесь у нас... Ага, как выезжаю сразу... Ага, около оружейки, по-моему, я... подожди, в парке все готово. В парке я уже минусанул. Получается... Ага, ага. Ага. Блять, как сейчас лучше сделать-то? Подожди. Около оружейки. Я там был? Сейчас чекну сразу, подожди, надо сюда быстренько. Опа, блядь. Аккуратно. Хорош, блядь. Нет. Сука, не хорош, нихуя! Похуй, хотя бы не булу возьму. Блядь, это очень медленная машина для этой миссии. Пиздец, какая медленная. Особенно в первом городе, когда меня пиздюлей со всех сторон будут давать. Это прям хуйня. Это прям реально хуйня. Опять моя любимая песня заиграла, блядь. Так, подожди, вот здесь, вот около оружейки я уже. А, я ебанул. Так, подожди, тогда получается. Напрямик выезжаю. Ага. Ага. Все, понял.
Так, вот это мне сейчас по прибичку надо будет раздать немножко, и потом первый городок. Блядь, пизда, время что-то кончается. Я самое сложное оставил на потом, получается, да? Не, ну типа, ну реально херня, ну так ты бродишь, как бы смотришь, как бы самостоятельно ищешь. Хорошо, здесь типа сразу две метки появляются, это может быть плюс. Но особенно, когда ты не знаешь общее количество. А, нет, знаешь, там же пишут одна из девяти, там вот это все. Так, блядь, какой же я долгий, он еще по мне стреляет, блядь. Да ну нахуй, блядь, куда ты, блядь, лезешь против гранатомета? Так, машина не была быстрой? Надо сейчас как-нибудь попробовать при это самое. Припарковаться, чтобы рядом был какой-нибудь банши или что-то еще такое, я возьму его сразу. Вот, например, здесь. О, заебись. Все, он никуда не денется, так, тихо. А, блядь, как же проще с этим выбором оружия, блядь, теперь. Так, сюда. А то есть копы вообще до пизды. Какие-то они вообще равнодушны. Тачки пизжу, похуй. А, вот, наконец-таки не похуй. Просто очень много было сейчас, по-моему, моментов, когда им было похуй. Подожди, там еще один есть. Тихо, тихо. Да отъебись, блядь! Нашел, блядь, Это что сейчас было? Нормально там этот забор, блядь, желтый? Ха, туда-сюда что-то начал гулять. Так, где-то здесь, слева. Где-то здесь. Нихуя, Инфермус. Где, блядь? Че он не появляется-то? Алло, он ж тут должен быть, алло! Я что-то посмотрел. А, чуть подальше, что сейчас появится, да? О, как раз, блядь, по таймингу, нахуй. Так, и у меня есть 2 минуты с половиной, чтобы ехать в первый город. Ну, учитывая, что я на быстрой тачке, в принципе, должно получиться. Так, все. Хорошо, и остается двое. Бля, я не помню, надо ли после этого возвращаться куда-то или не надо. Если не надо, то в принципе все нормально. Ну все, согласитесь, миссия такая напряженненькая. Я говорю, без карты? Хуй его знает. Ну типа, мне кажется, его далеко не все эту миссию могли пройти тогда, когда, собственно, GTA 3 вышло. Вот реально далеко не все. Потому что вот сейчас я езжу по карте, не туплю, да, казалось бы. И все равно времечко-то уже, бля, поджимает. То есть сейчас до двух точек доехать все равно. То есть у меня типа, ну минута, может быть, в запасе останется. То есть прям миссия на пределе. Так, значит, получается, это там. Куда лучше сначала? По прямой, да? По прямой, блядь. Там самое опасное, это в Чайна-тауне. Там пизда, там со всех сторон меня разъебывают. Надо подальше держаться от этих самых. Какие же звуки убогие в Definitive Edition, просто пизда. Подальше держаться от... блядь, да всего надо подальше держаться. Просто если меня выстрелят, мне пизда. Если я вот так близко сейчас попадусь под пулю, это же разъеб конкретный. Это же дробовик, это все. Это ГГ, блядь. Это ГГ. Но здесь еще все спокойно. Что? Вот какого хуя она загорелась? Не, реально, без шуток. Нормально, что она загорелась? Блядь, надо что-то быстрое. Здесь же нихуя быстрого нет. Вот я ебланиус, а? Пизда на Бобкэте. Вот я дурак. Блядь, я реально утырок. Сука. Это реально сложная хуйня. Ну, типа, патриот мне, я не думаю, что сильно поможет. Там ничего быстрого, да, нет? Там тоже быстрого ничего нет, блядь. Ну, типа, 1:30 у меня остается. Пиздец. Сейчас самая опасная хуйня. Как лучше проехать? Подожди. По прямой там пизда, в объезд тоже может быть пизда. Особенно на медленной машине. Охуенно, да? Бля, если я сейчас провалю эту миссию, то будет конкретный пиздец. Так, держусь посередине, чтобы мне никто не дострелил, блядь. Никто, сука, не дострелил по мне, чтобы, блядь. Самое ебаное пекло просто, блядь. Я, блядь, лучше сделаю это быстро. Что делать-то надо, блядь? Все, блядь, я реально забылся. Думаю, блядь, сейчас куда-то ехать надо. Это пиздец. Это просто пиздец. Фух, так, ладно, тогда тут на порядок еще похуй. Че, она хочет отпиздить мне? За что? За что она? А что такая агрессивная-то, я не пойму. Я, может, попробовать доехать до банши или похуй на эту банши? Я думаю, похуй на эту банши. Так, сейчас главное съебаться, чтобы у меня оружие все осталось, пожалуйста. Ебучий бобкэт, я А, дробовик, блядь, он попал по мне, сука! Пиздец, я съебываю. Куда? Да похуй куда вообще. Подальше, блядь, здесь пешком лучше пробежаться. В пизду, блядь. Ну нахуй, блядь, эти приключения. Фу, мне кажется, кстати, я впервые вот этот тоннель вообще увидел в своей жизни в GTA 3, потому что здесь... Вот к этому паркингу кто-нибудь специально вообще спускался когда-нибудь в GTA 3? Но у меня тоже такое ощущение, что нет. Типа, ты один раз там, наверное, за все время берешь машину, когда тебе вот просто нужно, потому что ты оказываешься здесь рядышком, и все. Больше ты здесь никогда не бываешь, вообще. Вот это, кстати, очень странно. Вот этот торговый центр они могли бы как-то совместить, мне кажется. Ну, типа, с какой-то миссией. Это было прикольно. Я не знаю, почему его не задействовали. То есть, такой паркинг, видно, что там парковочка, там еще что-то. То есть, даже вот с тем магазинчиком, который находится вот здесь, вот, как бы, если ехать сейчас... Ну, где въезд к этим... К пирсу в этом городе, вот это вот, там одностороннее движение еще. Даже там есть миссия, где ты должен машину забрать, в которой там сзади лежит этот... Чувачок, блядь, который надо утилизировать. То есть даже вот там его задействовали, а тут почему-то нет. Как-то так. Так, ну что получается? Я думаю, что на этом сегодняшняя серия подходит к концу. И у меня есть такое подозрение, что остается не так уж и много. Типа 2-3 серии.
Мне кажется, 2-3 серии, и как бы уже будет конец. Вот уже, уже попахивает прям концом. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но что-то как-то реально все очень быстро. Как-то очень быстро. GTA 3, конечно, короткая, но что вот так она вот на изичи проходится, это вот в Definitive Edition просто ощущаешь дополнительно. Потому что, ну, реально многие моменты упрощены. Куда ты прешь? Ну вот, ну что? Пизда, блядь. Не, ну это автоподстава была конкретно. Я вообще этого делать не хотел, блядь. Я этого делать не хотел. Надо угнать Банши и спрятать ее у себя в гараже, блядь. Потому что, блядь, на начало миссии мне потребуется быстрая машина в любом случае. Ну а на этом, друзья, сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оцените видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.